Министерство культуры Республики Беларусь, телеканал ОНТ, Национальная школа красоты представляют финальное шоу 12-го национального конкурса красоты «Мисс Беларусь». Кастингах свои таланты, свой ум, ну и, конечно же, свою красоту показали сотни девушек со всей страны. Финалистки выдержали недели кропотливой работы над собой. И все это ради того, чтобы сегодня сразиться за звание самой красивой девушки страны. Действительно блестящее дефиле. Хлопец, хлопец, не журися, как любишь, разгорися. Хлопец, хлопец, не журися, кали любишь, а женися. А я вот о чем подумала, когда парни пели. Ведь у нас в Беларуси не только девушки красивые, какие у нас талантливые и красивые молодые люди. Там спирала, там спирала, держи. Потрясающее шоу, согласитесь. По-моему, только что мы прикоснулись не только к истокам нашей культуры и нашей самобытности, но и лишний раз убедились, девушки, какие вы у нас талантливые. Станет мисс Беларусь. У меня дрожат руки, дрожит голос, ну, электризуется зал. Кто же? Они все достойны, друзья. Кто? Номер 2. Дарья Гончаревич. Новая мисс Беларусь. Так не аплодируют новой мисс Беларусь! Творец спорта, где же вы? Друзья, прежняя корона отправляется в музей белорусской государственности. А вот это произведение искусства будет венчать голову самой красивой девушки нашей страны. Мисс Беларусь! Дарья Гончаревич, новая мисс Беларусь, вы королева красоты. Победа в конкурсе – это только лишь начало большого пути. Совсем скоро Дарья представит нашу страну на самом престижном международном конкурсе красоты «Мисс Мира». Вам понравилось, да? Вы откуда сами?
Я из города Березы, Брестская область. Березы? Да. А вы? Я из Гомеля. Ну, понятно. С Минска? Гомель, Брест, Минск. Приятно. Успехов вам и здоровья. Вам здоровья, спасибо, спасибо. Успехов вам всем.